Всем привет! Сегодня займемся установкой Wine и балаболки на MX18.1. Ну, я сначала покажу вам, как это дело работает. Вот у меня тут значок выведен на балаболке. Давайте посмотрим. Значит, вот, пожалуйста. 12 лет прошло с тех пор, как я положил тело своего дяди, капитана Джона Картера из Виргинии, в великолепный мавзолей на старом кладбище в Ричмонде. Ну, как слышите, все нормально, значит, слышно. Это мой любимый голос Дегава. Николай. Значит, итак, я нахожусь на Linux MX 18.1 на рабочем столе Cinnamon. Я хочу поставить Wine и балаболку. Ну, для установки Wine есть просто-напросто штатные средства. Вот, если пойти вот сюда, то вот здесь мы просто-напросто вот заведем словечко Wine. И отметим галочкой вот этот Wine. И нажмем кнопочку «Установить». Вот здесь сообщение. После данной операции ля-ля тополя хотите продолжить. Если вы в русской раскладке, можете нажать на буковку «D». В английской нажимаете «Yes». Первая буковка. И нажимаете кнопочку Enter. Итак, получаем окошечко. Итак, получаем окошечко с сообщением, что установка завершена. Можно закрыть все это дело. И теперь вот, если у меня вот здесь в строке поиска наберете Wine, то вот пойдете сюда. Вот я бы хотел добавить архитектуру, если это возможно, 386, потому что вот просто по опыту я знаю, что иногда многие вещи оказываются нужными. Нажмем на Enter. И теперь давайте поставим WineTrix. WineTrix мы поставили. Ну, давайте обновимся. И теперь мы можем WineTrix запустить и запустим WineTrix.
Выберите путь для войны по умолчанию. Давайте. И вот нам нужно вот сюда пойти. Установить DLL библиотеки. Вот у меня тут списочек приведен. Вот желтеньким D3, DX9. Вот. Следующее. MSV-CERT. Вот оно. Speech SDK. Есть. И 2008-2010. Вот 2008-2010. Вот эти вот необходимые пункты меню. Значит, я нажимаю ОК. И теперь будет довольно-таки длительный процесс установки всех этих компонентов. Пока, значит, они ставятся. Я со своей кладовочки на кроке из балаболки скачаю это вот Setup XC, это балаболка новая. Здесь я соглашаюсь я. Так. Голоса. Ну, английский голос я скачаю. Английский, Эмили. И скачаю голос Николая. Можно еще скачать Катерину. Вот я соглашаюсь со всем тем, что, как говорится, возможно. Нажимаю кнопочку «Финиш». Что балаболки еще может понадобиться мне? Книги могут понадобиться. И из читалок я скачаю говорилку. Для чего? Расскажу попозже. Но штука интересная. Пригодилась мне при установке балаболки на MX18.1. Вот пусть себе пока все тихонечко качается. Здесь я совсем соглашаюсь. Эта установка уже завершается. Пошла следующая. Здесь вот не хочет он идти, да ради бога. Установить. Ну, как видите, довольно-таки много получилось чего. Ну, вроде бы необходимые компоненты поставили. А теперь в загрузках. Ну, что? Значит, так.
Ну, давайте поставим балаболку. Правой кнопкой открыть Wine. С помощью Wine, загрузчика программ. Русский язык. Добавить иконку программы на рабочий стол. Да, ради бога. Запускать пока я не буду ее, потому что она еще не настроена. Так. Ну, теперь разархивируем вот все эти упакованные архивы. Книги. Ну, давайте книги распакуем. Ну, давайте говорилку распакуем. Давайте английский голос Эмили распакуем. Давайте русский голос Николая распакуем. Значит, осталась у нас еще Катерина. Ну, давайте Катерину распакуем. Книги я сразу перенесу. Документы вот сюда. Так. Ну и давайте поставим вот такие вот вещи. Значит, для чего программа говорилка? Вот посмотрите, я ее ставлю. Дальше. Согласен. Дальше. 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 Установить. Вот, даже я ее запускаю. А вот она не запускается. Но дело в том, что во время установки говорилки она установила SAPI 4. И вот теперь мы будем ставить голоса. Поставим голос. Ну, давайте поставим Катерину. Закончили. Давайте поставим английский голос Эмили. Согласимся со всем. И поставим русский голос Николай. Вот теперь вроде бы как все необходимо установлено. Попробуем запустить балаболку.
И вот САПИ 5 нет, а Дигала Николай у нас сразу высветился. Открываем документы, книги. Теперь давайте займемся, значит, текстом. Значит, вот сервис. Так, вот вид, шрифт. Шрифт я делаю под себя где-то 16. Раз. И тут даже вроде бы стоит кириллический. Ну-ка. Ага, ну вот здесь есть шрифт. Ну, сделаем покрупнее. Цвет фона. Вот цвет фона я всегда делаю сереньким, потому что глаза с него устают меньше. Можно выбрать цвет подсветки, можно цвет выделения. Много чего можно. Ну вот посмотрите. Во-первых, получается крупно, нормально. Ну и давайте сделаем пробную проверку. Как видите, все оно, как говорится, работает нормально. Единственное, что, значит, я сейчас сделаю, я просто вот удалю вот эти вот две ненужные мне вещи. Но говорилка сыграла здесь свою роль, потому что без говорилки САПИ 4 не ставился и голос не ставился. А так, значит, поставился САПИ 4. Есть еще у нас, по-моему. Да, вот всего лишь один голос поставился. Хотя мы ставили еще Екатерину и Эмили. Но, тем не менее, сказать, меня, во-первых, Дигала вполне устраивает, поэтому у меня тут проблем нет. Вот, можно послушать. Нажать на стоп. Радиоактивные территории и смертоносные ловушки таинственному монолиту, исполняющему желание, не собирать. Ну, слышите, нормально все, как говорится, работает. Вот, значит, ну, дело в том, что если я создам изобраз и выложу его в кладовочку, напишу там MX18.1 плюс балаболка, и вы, когда себе все это дело поставите, вам все равно придется переустанавливать, значит, голоса и поставить говорилку. Это вот я вам говорю просто уже по опыту, что вот эти вот компоненты нужно будет скачать, значит, и установить. Значит, говорилка в данном случае, ее установка, сама она не запускается, не работает, но при установке говорилки ставится САПИ 4. А на САПИ 4 сидит русский голос Николай, который мы, как говорится, и слышим. Вот такая вот интересная штука получается. А так, пожалуйста, все тут настраивается. Любые шрифты, любой цвет фона. Там, смотрите сами. Вот, так что
от вас это зависит во многом. Можете, как говорится, позабавиться. Вот. Поискать в сети библиотеки, откуда можно скачать бесплатно книги, тоже не проблема. Значит, поищите в сети, я даже на это время тратить не буду. Вот. Очень много библиотек онлайн, откуда бесплатно можно скачать очень многие книги. Вот. Поэтому, значит, вот таким вот образом выглядит установка балаболки. Я вам ее могу рекомендовать. Штука эта хорошая. Взял, включил книжку, слушаешь ее. Вот здесь вот пошел в магазинчик, там раз, закладочку положил, вышел полностью, допустим. Вот, все. Выключил компьютер, сходил в магазинчик, там молочка купил, там хлебушка. Вернулся обратно, включил компьютер. Нажал на балаболку. И именно с места, как говорится, остановки. Значит, а можно даже вот в закладках перейти на быструю закладку. И, пожалуйста, слушай дальше. Ты не знал, что тем самым. То есть все оно работает, и все оно нормально работает. Но при установке вот есть вот такие вот нюансы. Значит, SAPI 5 я пробовал ставить, у меня SAPI 5 что-то не пошло. Я особенно за этим и не гнался. Дегала Николай есть. Работает нормально. Нормально для меня работает. Вот. Книжки, как говорится, я слушать могу. Кстати, Дегала Николай был создан в 2000 году. Этой программе уже вот, этому голосу уже 19 лет. А лучшего голоса я не слышал. Ну, не знаю, это может быть мое личное пристрастие. Или там я уже привык, но... Пробовал я и с Катериной, сравнивал его, и с Татьяной, и с Аленой, и с кем только еще. Наиболее приближен к натуральному голосу это Дегала Николай. Но это лично мое мнение. Так сказать, никому его не навязываю. Ну ладно. Итак, на этом я с вами прощаюсь. Из образ я закину к себе на кладовочку. Под видеороликом будет ссылка, откуда можно будет скачать изообраз. И туда же я закину самые необходимые программы для переустановки, скажем так. Если что-то у вас там не пойдет, всегда сможете взять и переустановить. Плюс возможность переустановки есть еще, по-моему, где-то вот здесь вот в менюшке. Вайн. Давайте глянем. Вот, удаление программ Vine. И вот здесь вы можете, допустим, взять, к примеру, удалить балаболку, снова поставить. Затем, значит, можете взять вот говорилку, удалить, затем вновь поставить и так далее и тому подобное. Так что я желаю вам всего самого доброго, всяческих вам удач, успехов и до новых встреч.